Угадайте, почему она так разговаривает? Оп. Все. Эх, не дают ей полежать на крыльце. Всю курицу нашел. Молодец, да. Да. Искатель курицы. Кто спрашивал про это такое, про уши? Все, видите, нету больше ничего на ушах. Все срезал. Все колючки у Макса. Белый, кто там? Кто? Давай, беги. Нет. Не хочет. Ищет голубей. Все. Что там у тебя? Опять что-то заныкано? Макс, ты этот лишний. Так. Хорошее место, чтобы спрятать. Камни. Собаки там не ходят. Но Макс близко. Надо забирать, Алиса, срочно. Да-да-да. Так, я тут ни при чем. Нет, я просто снимаю. Я оператор, на меня можешь не смотреть. Макс ушел. Далеко, но все равно. Я бы забрал на твоем месте. Ё-моё, ничего себе! Я говорю, что тебе суп, у тебя такие куски. Такое ощущение, что динозавра тут распотрошила. Там еще что ли есть что-то? Алиса, кто тебе давал такие куски большие? Вот так дела. Ну, Макс, упустил ты свое счастье. Да? Алиска уже знает, что ты по камням у нас не очень ходок. Хотя странно, около пруда ходишь. Ну-ка, ну-ка. Может, еще кусочек найдешь? Такой же, как Алиска только что выцепила из камней. Там нету. Ага, твое любимое место. Кстати, задний двор, это все ее. Она сюда мало кого пускает. А, минус 6, а уже вон зеленые листочки. Плохо видно, конечно, да? Уже есть и лиса, которая греется на солнце. О, прям аж дрожит. Подкрадемся на колени, на карачках. Ой, привет, привет. Привет. Солнышко весеннее. Как греет тебя, а? Ну, это просто отличная погода. Погладить? Ой, не знаю, погладить ее, либо не погладить. Кусаться не будешь? Ой, не будет. Горячая. Черные уши горячие у Алисы. Отдыхает. Ну, хотя бы сейчас не злишься. Подпускаешь к себе. А то уши прижмешь и кхэкаешь. Кхэ-кхэ. И так весь день. Надо пользоваться солнцем. Я тоже так думаю. Пока Белый ест свой
наверное, обед, можно сказать. Завтрак. У него уже было два завтрака, сейчас у него обед. Для всех, кто думает, что я его не кормлю, я его кормлю. Мы пойдем попробуем с Алиской подружиться сегодня. Погода стала холодной. Я думаю, что это одна из причин изменения Алискиного настроения. Итак, Алиса, ты знаешь главное правило? Никогда не нападай на человека, который тебе принес еду. Знаешь такое правило? Надеюсь, что ты его знаешь. Я, конечно, не уверен, но... Да, пойдем, вот тебе. Вот еда. Пойдем туда. Пойдем, где ты ешь? Пойдем? Пойдем. Смотри, это еда. Ого, какая ты сонная. Смотри, что еще, смотри. Нет. Алиса, сыр. 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 На. Давай, иди сюда. Вот тут. Даже сюда тебя положу. Тебе специально для тебя. Вот, сыра. Несколько штук. Что ты скажешь по поводу этого? Пока что принцип не нападать на того, кто принес еду, действует. Алиска, да ты сонная. Там пришел Белый. Белый, у тебя нет еды. Ты вообще зря сюда идешь. Ну что? Пока Алиса ест, я вам расскажу, что у нее тут за еда сегодня. Ну, сыр, понятно, несколько кусочков. Здесь морковка, каша и куриные лапы. И все это еще облито маслом, льняным маслом. Очень вкусно. Ну, а тут курага. Все, ты уже сейчас пойдешь прятать, я чувствую. Не особо ты и голодный. Значит, Макс ловит в пруду рыбу, а Алиса к нему пристает. У нее хорошее настроение. И она носится тут как чугунный утюг и ко всем пристает. Только что ко мне приставала в кабинете, сейчас вот пристает к Максу. Макс, тебя не видно, покажись. А, вот ты. Белый нюхает уже ту рыбу, которую Макс поймал, которая является пока что лягушкой, до рыб еще Макс не дошел. А также у нас в пруду сегодня были утки. Если кому интересно, я могу видео тоже выложить. А вот и она, гроза Белого. Хорошее настроение, но как бы... Оп, Макс, что такое, Белого это не радует. Вот такой у нас вечер. Кстати, что бурлит в пруду? Это кислород. Я вроде как отдельное видео даже по этому делал. Вот, он чистит воду. Насыщает воду, соответственно, процессы гниения там идут как бы быстрее, и вода чистая, даже при том, что туда падает листва. Кто спрашивал, есть ли там какая-то дополнительная система фильтрации, нет. То есть все трубы проложены, но она не нужна, так как и так все хорошо, и вода, как вы видите, прозрачная. Так. Белый, как всегда, охраняет меня.
Позовем Алису. Белый, где твоя подруженца, у которой ты теперь еду тыришь? Вот ты устроился хорошо. Алису кормят, а ты ешь, и она тебе даже за то, что ты с ней бегаешь, она тебе даже за это есть дает из своей миски. Вообще, красавчик. Хорошая адаптация. Пошли ее поищем. Вот и нашли это хулиганье. Так разбаловалась, что хотела мне только что на ноги напасть. Настроение меняется молниеносно. Теперь говорит, я разговаривать не хочу, пошла к тебе в вольер. Ладно, ладно. Что, все? Эх. Ну ладно, сейчас будет ужин.